Всем здравствуйте! Приветствую вас в солнечном Саратове, наверное, самом музыкальном городе лучшей лиги мира нынешнего сезона. Здесь, на стадионе «Локомотив», где часто собираются люди с барабанами, аккордеонами, даже волынками порой, сегодня пройдет матч 14-го тура «Мелбет» первой лиги, в котором «Сокол» примет «Нефтехимик». Первая встреча между этими командами за последние 6 лет. Сегодня вряд ли стоит ждать обмена голами и такого же триллера. Нарушение правил. Неаккуратно играет в отборе против Данила Яшкова, один из защитников «Нефтехимика». Итак, Мальцев или Абазов? Мальцев. Удар поворотом, перекладина. По-моему, до мяча добрался Голубев, еле коснувшись. Нет, не достал до мяча Голубев. Перекладина выручает «Нефтехимик». «Сокол» в атаке. Перевод направо. Бабаев, мяч под левый, хороший навес, удар, 1-0, или что? Да, 1-0, открывает счет команда из Саратова, на центр указывает Фисенко, классный пас от Бабаева. А он побежал, заметьте, справа налево, нашел свободную зону, великолепная передача от Бабаева, нет положения вне игры. Слишком много было народу в черно-зеленой форме там, в штрафной площади, второй там по таке в наличии, удар, рикошет, не в руку ли? И, кажется, на точку показывает Фисенко. Под аплодисменты трибун стадиона «Локомотив». Итак, пенальти. Данил Яшков, Андрей Голубев. Или, да. Удар! 2-0! 2-0 «Сокол»! Первый гол в сезоне Данила Яшкова. Именно в «Мелбет» первой лиги. И по этой самой бровочке контратака «Нефтехимика» разливается. Галиулин, хорошая передача. Момент, пауза, удар и гол. 2-1. Один мяч от Квитали. Нижнекамцы после роскошной передачи Вагиза Галиулина, который через секунду после отправки мяча жестко получил по ногам. Что у нас? Каскад голов крайних защитников. Требуется открываться, требуется меняться позициями, требуется освобождать пространство. Но в итоге еще один навес. Петров, удар, и это гол! 2-2! Но сегодня категорически плохо играют именно в обороне крайние защитники. И сейчас, видимо, пока еще толком не расставившись, слева в обороне потеряли хозяева Петрова. И тот бьет в дальний уголок. Классная подача слева. И второй гол в нынешнем сезоне лучшей лиги мира оформляет Максим Петров. 2-2! Морозов справа, он свеженький. Морозов прострел, мяч до Турсунова не дойдет. Но есть еще один шанс, плотный удар рядом. Как кажется, со штангой мяч пролетает, пущенный Владиславом Морозовым. Мягкая подача, удар, вот скорее удар от Сасина. После скидки это мимо ближнего угла. Успокаиваться не хотят ни хозяева, ни гости. Подача, есть скидка и попытка вот такого удара в падении. И что было бы, если бы, ныряя вот так за мячом, ногами вперед сумел дотянуться. Передача в штрафную площадь. Денисов проигрывает вверх и звучит свисток финальный. Да, совершенно верно. 2-2 по итогам матча 14-го тура «Мелбет» первой лиги между «Соколом» и «Нефтехимиком».